Ну, это никакая не пиар-акция, это плановая часть правительства в Государственной Думе. На часть правительства приглашен вице-премьер, отвечающий за оборонный заказ. Будем задавать вопросы Дмитрию Олеговичу. Все, что касается оборонного заказа, вопросов у депутатов и у нашей фракции очень много. Так что это не пиар-акция, это плановая, план правительственных часов мы утвердили в январе на всю весеннюю сессию. И по плану как раз... Единственное, что он по плану должен был прийти 17 февраля. Но, как вы знаете, 17 февраля у нас заседание перенесено на 28-е. Вот, поэтому это пойдет. Ну, кстати, не могу не высказать свою личную точку зрения. Почему нужно было 17 февраля не рассматривать три закона? Совершенно очевидно, что Путин хочет уже лично участвовать в работе в рамках второго чтения, как уже избранный президент, пока еще не вступивший в силу, то, что его изберут, я не скрываю, у меня есть социология, он побеждает, к сожалению, в первом туре. Это реалия, и думаю, что мало кто из вас тоже сомневается в том, что это будет именно так. Хотя, я должен сказать, опыт показывает, вот когда все предрешено, и когда и штаб Путина получил такую социологию, я бы вас очень даже попросил, вот напишите, что Миронов сказал, моя социология, которую я проводил, показывает, что Путин побеждает в первом туре, уверенно побеждает. Но иногда это носит обратный характер. Люди успокаиваются, говорят, а что там голосовать тогда? Все решено. И его сторонники не приходят. Поэтому все может быть 4 марта. Если кто-то считает, что если такие данные опубликованы, значит, можно не ходить. Наоборот, надо идти. Чем больше будет явка, тем легитимнее будет будущий президент, кто бы им ни был.